Для меня мой район – это возможность принять участие в его жизни, возможность сделать мой город лучше, сделать более счастливыми людей, которые там живут. Когда человек живет у себя на районе, у него, как правило, есть какой-то запрос к той среде, в которой он живет. И, как правило, формируются какие-то локальные сообщества. Может быть, есть какие-то активисты. И когда архитекторы какие-то предлагают решения, то очень важно понимать мнение, запросы. Соучаствующее проектирование – это такой метод взаимодействия. Этот метод, он очень важен, особенно на ранних стадиях разработки проекта. Он помогает лучше выявить запросы пользователей территории и определить факторы развития территории. Один из таких дворов – это вот двор по улице Касимовская, дом 17. До благоустройства это был обычный советский двор с подъездом со стороны улицы. И были небольшие маленькие площадки в конце двора. На них было какое-то минимальное такое оборудование. И при этом основная часть двора была полностью озелененная, деревья были не обработаны. И такой вид был, так скажем, неухоженности. На первую встречу пришли сразу жители и активисты, и все так как-то активно заинтересованы, что вообще происходит. У нас такой старый двор, давайте наведите нам тут красоту. У нас всего было 3 встречи, на каждой были такие насыщенные. Люди приходили, внимательно слушали, задавали вопросы, какие-то свои предложения давали. Как правило, люди запрашивают обновление, например, малых архитектурных форм на своих площадках. То есть они как бы уже есть, но они не отвечают современным требованиям и плюс-минус просто запрашивают. Если про спорт, то чаще всего просят обновление оборудования, там, может, какую-то систему воркаутов. Если, например, у нас много мам с детьми, то, как правило, и причем если эти дети разного возраста, то детские площадки тоже у нас формируются в зависимости, тоже разбиваются на категории. Жителю, наверное, важно получать какую-то минимальную инфраструктуру у себя во дворе, в том месте, где он живет, чтобы ему не приходилось ездить куда-то там в парк районного какого-то значения или, может быть, даже городского. У него должно быть современно качественное благоустройство прямо возле дома, чтобы потребности в том, чтобы пообщаться, например, с соседями или там прогуляться, как-то отдохнуть, у него должно быть это все под рукой. Дети должны обязательно быть вовлечены в благоустройство своих дворов, потому что, как правило, они могут там предложить какие-то вообще там интересные идеи и по подбору материалов, и по какому-то подбору оборудования. Может быть, они где-то что-то там где-то увидели в передаче или в мультфильме, и им интересно, и они вот какие-то свои такие запросы озвучивают. Это хорошо. В данном случае с жителями жилого дома по адресу Касимовская, дом 17. Там мы предложили самые такие, скажем, современные тренды по благоустройству дворовых территорий. И при этом мы постарались удовлетворить требования всех жителей. Кто-то там хотел больше парковочных мест, кто-то там хотел большую детскую площадку. До того, как начали разрабатывать концепцию, двор был разрозненный, а сейчас мы сделали площадки таким образом, чтобы они были созданы в одно большое пространство, вот, и чтобы всем было комфортно. После того, как мы запустили эту программу, сделали концепцию благоустройства, появились, во-первых, какие-то транзитные площадки, чтобы людям можно было там ходить спокойно. Потому что до этого, например, были там какие-то протопы, да, то есть люди ходили по газону, и при этом он шел там через весь двор, просто, может быть, в осеннее время это была какая-то грязь, снег и все. Сейчас там есть такие транзитные дорожки, которые аккуратно обходят площадки. После благоустройства двор стал намного доступнее для маломобильного крупнаселения. Это очень важно, потому что мы должны учитывать интересы абсолютно всех людей, в том числе тем, которым сложно перемещаться самостоятельно. И как-то хочется, чтобы они могли немножко тоже быть вовлеченным в жизнь двора.
Также разместили парковку и площадки для отдыха, площадки для детей и воркаут для спортсменов. Сейчас такой тренд, вот, например, оборудование для детских площадок стараются делать таких более каких-то из природных материалов, то есть это дерево, там металл какой-то, да, там оцинкованный, вот чтобы у этого всего был такой вид, скажем, натуральности, да. При этом существуют и площадки, которые там раскрашены в ярко-красные цвета. Очень популярно сейчас, например, что-то делают из сеток, да, то есть когда ребенок может взаимодействовать как-то с оборудованием, там, прыгать на нем, переворачиваться, скакать, вот, и все это, чтобы было безопасно, в общем. Мне понравилось, наверное, то, что была какая-то существующая система озеленения, то есть достаточно много деревьев, и когда мы разместили площадки, получилось так, что они все такой природной формы, скажем, такие обтекаемые, приходилось обходить эти все посадки, вот, чтобы ничего не спиливать. И при этом как бы получилось так, что двор там в тени, его, может быть, там зимой не сильно засыпает снегом, а летом не сильно жарит солнце. Вот, и как-то он так утопает в зелени. В этом смысле он, конечно, такой интересный. Самым ценным, наверное, стало то, что у жителей появилась какая-то площадка современная, где они могут выйти, ну, такой, скажем, мощный фундамент для того, чтобы лучше формировать связи между собой. И при этом, чтобы была какая-то коммуникация между людьми разного возраста. Вот, знакомство, добрососедство, так скажем. Это, наверное, самое важное, что, ну, вообще для чего нужен двор. При помощи двора мы можем как бы вовлечь жителя не только в жизнь там, прилегающей какой-то территории к его дому, но еще в жизнь всего района и даже, может быть, города. То есть участвующее проектирование – это, по сути, есть рецепт для создания качественной городской среды. Вообще, мы видели первых жителей на площадке еще до того, как закончили строительные работы. То есть еще, можно сказать, двор не открылся, а уже люди выходили, пользовались им. А, наверное, можно сказать поэтому, что, конечно, они очень, наверное, ждали, хотели. Вот, и даже приходили люди из соседних дворов, спрашивали, когда вы нам такую красоту сделаете. Я считаю, что этот метод соучаствующего проектирования должен распространяться на более, скажем так, большие сложные территории, нежели дворы, потому что люди, они есть источник правильного проектирования, правильных запросов и правильного понимания проблематики. Самая большая благодарность для меня – это просто понаблюдать, как люди пользуются территорией, посмотреть, как это все в жизни работает. И если я вижу, что территория действительно пользуется, действительно с ней взаимодействует, действительно, может быть, решают какие-то вопросы на ней, используют ее как площадку для обсуждения, то для меня это самое важное, и больше тут никаких слов не нужно. Архитекторы вообще нацелены на созидание, и им очень важно получать отклик от жителей после того, как какой-то проект был реализован. И, наверное, в этом смысле, ну, профессионалы, архитекторы чувствуют себя счастливыми, потому что они могут сделать жизнь других людей лучше и комфортнее.